Аватарау создали клуб, в котором молодым женщинам помогут раскрыть свой творческий потенциал и, главное, получить ответы на вопросы, с которыми они столкнулись, создав семью. Например, почему дети не хотят слушаться и замыкаются в себе, как успешная карьера женщины сказывается на семье, и также будут проводить курсы по уходу за внешностью. Желающих научат работать над собственным имиджем, ну а другие могут заниматься в клубе вокалом, рисованием, скраббукингом или искусством фотографии. Клуб создан для женщин, которые в поиске себя, в поиске своего внутреннего мира, которые хотят узнать что-то большее, чем быть не просто мамой и женой, хотят, чтобы сделать мир красивее, краше. И я бы хотела, чтобы каждая женщина, основываясь на такие примеры, могла вдохновлять людей вокруг себя, была сама вдохновленной.